Ребята, давайте разберем два таких понятия, как экосистема и биогеоценоз. В чем же разница? На рисунке у нас изображен лес с его жителями. Лес с его жителями будет как биогеоценозом, так и экосистемой. Биогеоценоз – это будет совокупность всех живых организмов в лесу плюс место обитания. То есть в биогеоценозе это четкие границы и живые организмы внутри этих границ, определенных фитоценозом, и тела неживой природы и факторы неживой природы. А экосистема – это просто круговорот веществ и энергии между связанными друг с другом живыми организмами и телами неживой природы. Всегда любой биогеоценоз – это экосистема. Кроме этого, понятие экосистема намного шире. Например, лес, болото, озеро, океан, биосфера – это будут естественные экосистемы. К искусственным экосистемам можно отнести, например, огород, пашню, теплицу, аквариум. Даже если мы возьмем просто капельку воды из пруда, это также будет экосистема, потому что в ней будет происходить круговорот веществ и энергии между живыми организмами и телами неживой природы. Если что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Всем удачно сдать экзамены!